Вот, это вот такой кунг-фу панда. Он сделан из двух частей. Вот у него вот такая подставка зеленая. Вот. Подставка у него едет вот так вот. Снизу вот так вот. Все вот так вот. В общем, сам кунг-фу панда выглядит вот таким вот образом. Он не шевелит ничего. Вот тут лапки так сделаны. Я не знаю, ну вот отблескивать и показаться, что там что-то не так. Но на самом деле у него все так. Это просто так отблескивает. Вот он, без лап сделан, потому что он ставится на подставку. Сзади он сделан вот так вот. На подставку он ставится вот так вот. Вот и подставка не отваливается. Собственно, на подставке он выглядит вот так вот. Это кунг-фу панда. Я не знаю, кто про него смотрел, кто про него не смотрел. Вот. Сзади он выглядит вот так вот на подставке. Сбоку он выглядит вот так вот. Лапы вот так вот держит. Не могу показать, мутно. Поэтому как у него красиво сделаны пальцы, я не могу показать. Вот это просто не видно, потому что я вижу больше, чем могу показать. Вот он сверху тоже, если бы не отблестил, не блестил, вот тут он абсолютно такой черный, красивый, вот у него так красиво сделаны уши его, ну это в общем не передать камерой. Ну нет такой у меня возможности, потому что он мелкий. Близко наводить, это отсвечивает все, дает, в общем, то, что дает. Поэтому всем смотреть так, как я могу показать. Вот, красиво сделан, вот, такой. На самом деле он не такой блестящий, просто камера видит блестящие акценты и подчеркивает их. Я не знаю, почему так.